Итоги длинных выходных подвели автоинспекторы. И вот только несколько цифр. В крае количество ДТП с погибшими по сравнению с прошлым годом сократилось почти на 20%. А вот нетрезвых автомобилистов, наоборот, стало больше. За неделю патрульные задержали свыше 350 пьяных водителей. Чтобы вычислить нарушителей, сотрудники ДПС перекрывали улицы и останавливали едва ли не все машины подряд. Кстати, пешеходы под градусом тоже становились виновниками дорожных происшествий. Что характерно, зафиксировано два факта дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, которые лежали на проезжей части в состоянии опьянения. Один такой факт зафиксирован на территории Абанского района, где наступил летальный исход пешехода. Второй факт зарегистрирован на территории Емельяновского района.